друзья, наконец-то вот она, красота. У нас выпал первый снег. Да, центральная полоса, и это, можно сказать, первый снег практически середины января. Вот так вот. До этого все это время у нас снег выпадал, снежок такой небольшой. Тут же шел дождь, все это быстро на глазах прям таяло. Можно сказать, снега не было. Вот сейчас он нападал, вчера была такая метель прямо, заметало все, весь день мело, и намело прилично. Вот это все, в принципе, за день, где-то снега сейчас сантиметров 30, наверное, навалило. Прям он такой рыхлый, пухленький такой снежок, прям приятно. Настоящая наступила у нас зима, красота, вообще стоит красотища, просто неописуемо вокруг деревьев, в снегу. Сегодня такое морозное утро, где-то минус 8, был такой красивейший восход, сейчас уже немножко заволокло. В общем, вот она зима, это то самое время, когда можно уже походить по зайчику, наконец-то. Да, я выбирался там и в ноябре, к концу ноября ближе, и в декабре тоже ходил. Ну, в общем-то, ребят, все-таки я сторонник охоты не по чернотропу, вот многие тоже любят там чернотроп, узерка. Нет, я все-таки вот классически, это для меня, что такое охота на зайца, это именно троплением или, неважно, с гончими. Это все-таки снег, это зима, это не какие-то там вот эти вот грязи и так далее. Вот она классика. И да, ребят, мы с вами видимся в этом году, январь 2020 год, уже впервые, можно сказать, первый раз за этот год. Хочу вас поздравить с наступившими праздниками, Новым годом и Рождеством. От души всем вам желаю крепчайшего здоровья, семейного благополучия, удачи, в том числе и на охоте вам ни пуха, ни пера. В общем, побольше вам всяких радостей и приятностей в жизни в этом году. Вот, поздравить поздравил, теперь немножко расскажу про эту вот охотничью карту. В общем-то, я был здесь ровно год назад, пробовал тропить зайца. Здесь такие сельхозполя были, но вот сейчас, проезжая по грунтовой дороге вдоль деревни, посмотрел, вроде ничего не засеивали в этом году. В прошлом году, да, здесь были культуры, сельхозкультуры, там морковь, капуста, кукуруза. В общем, заяц здесь был, его было много. Я нашел место, куда он уходит, на дневку. Это вот сзади меня там ракитник, там река Ака, красавица Ака наша, любимая. Так вот в этом ракитнике там очень плотные такие заросли, вот заяц и лежал. Я его даже там поднимал в прошлом году. Я сегодня не один, с напарником, с Ильей приехали. Вот сейчас будем связываться по рациям. В общем, решили мы, сейчас так посмотрим следок. Вроде как бы следа такого нету, выходов никаких нету. Может быть, заяц отсюда ушел, а потом я не знаю, ведь у нас охота с ноября открыта. С собаками могли его запросто тут по чернотропу гонять, пугать и так далее. То есть вот посмотрим, такая разведка, опять же, этого места. В прошлом году как раз-таки одному мне было очень тяжело и непонятно, как его вытаскивать из этого ракитника. А тут мы решили с двух сторон просто зайти, устроить такой загон, если он тут, конечно, есть. Все, я пойду сейчас по этой грунтовке к ракитнику, а там посмотрим, что нам этот день принесет. В любом случае, это уже счастье, что я на охоте. Охота уже началась. Ни пуха нам и вперед. О, синички полетели. Тут снегири, синички. Так, что-то я тут скатываюсь. Да, скользко. Ну, вообще никакого намека на след нету. Красота, такой восход был, прям розовый такой, пока ехали. А сейчас уже облака. Но все равно погода прям, снежок так обжигает приятно пальцы. Вот это настоящая зима у нас наступила, наконец-то. Да, идти нормально. Сейчас с Илюхой свяжусь. В общем-то, вот этот ракитник, где в прошлом году заяц лежал. Тут какие-то это птички. Тут собака, наверное, ходила. Сейчас связь проверим. Илюх, прием, проверка связи. На связи. Ну что у тебя там? Намек есть на следок? Я прошел там все прямые участки, которые видел, чтобы посмотреть переходы, теплицы. Пошел вдоль вот этой вот
я тебя понял. А ты к ракитнику-то к этому дошел в итоге? К ракитнику дошел, но он достаточно трудно пролазный. Я вдоль него походил, тоже там особо не то, что... Ну там не видно, там тяжело очень тропить. И следов нет, и ходить тяжело. Следов нет, да, там? Да, я считаю... Так, ну давай, я сейчас, я тебя понял, просто я, в принципе-то, только дошел до ракитника. Сейчас я тоже тут поброжу, и да, если не будет, ну поедем, значит, в этот, в другое место. А что делать? Прям было в прошлом году все тут натоптано, завалено. Вот тут столик, ну рыбацкий, здесь такой рыбацкий уголок, очень приятный. Да, вот даже чуть-чуть лед встал. Вот она, красавица Ака. Да, лед, конечно. Здесь и вообще в заморозке-то в такие лед довольно редко встает. Лед шумит, трещит. Потому что течение, видите, течение сильное. Вот, красота какая, простор, да, ребят, просто простор. Ну вот, ребят, вот такая вот красотища. Полюбовались мы красотой. Илюха уже вышел. Вот он, красавчик. Мороз и солнце. День чудесный. Илюх, что по зайцу-то скажешь? Еще ты дремлешь, друг, прилез. На камеру могу сработать. Пора, красавица. Проснись. Открой сомкнутые неги взоры. Навстречу северной авроры, звездой севера явись. Вечер, ты помнишь, на мутном небе мгла носила. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела. А ты печально сидела. А нынче посмотри в окно. Вот почти голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь ини зеленеет, и речка... Без льда. По морю бежит. Без льда блестит. Вся комната янтарным блеском озарена. Веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать лежанки. А знаешь, не велеет ни санки кобылку бурую запречь. Скользя по утреннему снегу, друг милый, придадим себе гу нетерпеливого коня. И навестим поля пустые, уже навестили. Леса недавно стали густые. И берег милый для меня. А с пушкой. Илюх, ну тут так, без так, парня, ну тут без комментариев. Докладываю. Зайца нет. Прошелся по теплицам, прошелся по полю. Сели в этом году мало. То есть вообще, можно сказать, не... раком. Единственное, я нашел отдельно взятый след на дороге. Прошелся по нему, но там еще кто-то ходил, он затоптался. Угу. Вот. То есть там и зайчи, и чьи-то еще. Угу. Только лег, и они там, скорее всего, заяц прошел по вот этому. То ли там собака пробежала по низу. По нему же. Да, то ли угу. Заяц там собака. Ну, то есть он такой трудночитаемый достаточно. Вот зайчи был где-то. И пошел он сюда. Они там долго идут. Ну, понятно, он прошел же по этому же следу. Вот он идет. А вот тут он поскакал, вообще просто поскакал, он гонный. Он это гонный, его там, я там ходил, с ним ходил, потом собака там перемешалась. Давай попробуем, может он успокоился уже. Не знаешь? Ну, подожди, ты по нему же вот ходил? Я его там увидел, и пошел, то есть он туда пошел. Да, он туда. Он туда. Да, он отсюда туда пошел. Он отсюда туда. Я его увидел, он потом заворачивает в поле. Я его в поле... Не, в любом случае, Илюх, это гонный след, это все, этот заяц
Его можно даже не трогать. Если он тут один, да, сейчас тут еще прессинг. Охотников, конечно, не, ребят, охотников здесь много, ничего не скажешь. Тут на один квадратный метр по 5 человек. Сейчас, включая нас, здесь 4 человека. Да, ходило. Я сейчас одного встретил, мы с тобой. И это еще нормально, потому что еще и собак нету. Не, ну, в общем, да, я с тобой согласен. Поедем, где, в принципе, он был в ноябре. Будем там смотреть. Собак мы сегодня здесь не видели. Собак нет. Да. А вчера здесь снег падал. А вчера здесь было дофигища снега. Может, вечером вчера я погонял собак. И, кстати, теплеет. Прям я чувствую, уже теплее. В общем, ладно, все, Илюх, давай не будем, правда, что трогать его. Ну что, друзья, доехали мы с Ильей до другой охотничьей карты через Аку. Вот, в принципе, не знаю, там видно будет, не видно. Вот там дорога, вот где солнышко, да, там лес. И вот ну там, в общем, там это Ака, затем лесом, короче, ехать туда далеко. Все, Илюха пошел, собрались. И вот, в принципе, вот сейчас мы идем, вот этот вот, вот эта лесопосадка, здесь лес, березняк вот этот. Дальше по этой вот грунтовке, вот сейчас прям видно будет. Слушай, тут уже даже шлагбаум открыли. Вот я в ноябре приезжал, вот здесь был шлагбаум закрыт. И вот тут вот, ну здесь, в общем, это сельхозполя частные. И вот там все было в капусте. То есть вот там вот, вот эти капустные поля, вот там вот. Там, где, там дальше речка вот эта идет. Небольшая речушка. Вот там дальше дома, вот эти все деревенские за речкой. А вот эти все поля. И заяц, в принципе, вот в этих вот посадках я находил следы. Вот в ноябре, как раз я говорю, был на разведке здесь. Там на полях вообще все было истоптано. То есть там красота. Сейчас попробуем посмотреть, что уже сейчас в январе. Еще такой момент. Вот сейчас зайцы, те, которые вылупились, хотел сказать. Ну да, родились, в общем, можно сказать, в этом сезоне. Не этого года, но в этом сезоне. Они снега еще не видели. Вот. У нас же, я говорю, снег, вот, можно сказать, только-только такой выпал. Они снега еще не видели и опасаются, потому что только вчера он как бы навалил-то. Вот. Хотя, в принципе, тут русаки, вот, в основном. А русаки, они как кони, им вообще все равно. Захотят кушать, они подымутся и будут ходить. Но все равно считается, что опасаются молодняк. Вот это вообще прям, ребят, ну красотища, пейзаж такой. Солнце сквозь такую дымку, пелену. Просто вообще отпад. Время сейчас где-то в районе 12. Нормально, световой день сейчас чуть длиннее, где-то, ну, в общем-то, можно часов до 4 даже вот так ходить гулять. Там лес тоже вот этот сосновый идет прям. Ну все, мы туда, на поля, оттуда уже будем смотреть. Лёха пошел бревна трясти. Давай, обрезай. А я обрезать пойду. Хорошая идея. Не, вообще смотри. Прям целина. Идешь, ни следочка, ничего. Лежит заяц весь. Слушай, а там, по-моему, каки какие-то. Каки. Может, и Лёшка была. А может, кора, не знаю. Место для Лёшки хорошее. Для Лёшки хорошее место. Не хочет. Ух ты! Да не, он бы поднялся. Вообще, какой-то провод натянут. А, так тут
Ага. Ну, вот, скорее всего, тут эти сельхозработники жили. Кстати, вот след какой-то идет. Ну, это какой-то вчерашний. Может, и заячий. Ух ты, вообще интересно. Прям в сосновом бору. Они уехали отсюда. Да, это... Ну-ка, тут даже двери есть. Ничего сюда не заходит. Трупов тут нет никаких. Еще тоже барак. Необычно. Банки консервные, мусор, понятно. Мусор накинули. Вообще красота, конечно, хорошо они тут устроились. Следы. Кто-то ходил сюда. Да. Вот этот след тоже. Ух ты. Тут вообще живут кто-то. Есть кто? Нет, все брошено. Матрасы, все тут. Печь, кстати, вон печь стоит, ведро. Железное ведро. Какие-то карточки от сим-карт. Илюх, я вышел, короче, тут в сосновнике. Эти бараки. Бараки этих корейцев или кого здесь. Ну все, они уехали, понятно, съехали, брошено, как бы, да. Но есть печь даже, представляешь, тут чайники, ведро железное. Ну, тут прикольно, нары. Такой барак прям, ну, летний. Он явно летний. Прикольно. Че, и какие-то следы тут, это белка, что ли? Какие-то следы есть тут какой-то. Что-то кто-то тут ходил. А что там за шум? Умывальник. А, тут лесозаготовка. Илюх, тут лесозаготовка идет. Ну, эти бревна они обрабатывают. Трудится он. Парни, доски. Доски делают. А вон эти дома сандвичи. Нормально, они теплые. Они даже меня не замечают, Илюх. Ладно, пойду. Вон мышка бегала или птичка. Вообще следа нет. Красота. Очень похоже на тетеревиные вот эти вот хождения тут. Вот еще смотри. Крылья. Это они тут кормились. Жировали. Видишь, они там как-то обладали. Офигеть, да. Нет, ну может и вороны, конечно. У тетеревов как-то не знаю. Ну похоже. А говна нет. Да нет, это просто рыли, разрывали. Докапывались до корешков. Это не лёжка. Нет, это не лунка. Обычно в лунке говно их. Может, вранье или просто. Тетерева, не знаю. Че, можно вот так срезать пойти. А ты, о, кстати, слушай. Давай про линию входа пойдем. Да, ты вдоль этой, да? Давай, потому что я смотрю, что вообще... Вон мост, в принципе. Я могу потом даже туда доехать, тебя подцепить. И поедем туда, на ту сторону. Ну, короче, ребят, вот так вот.
Ух ты, ничего себе. Три утки пошли. Четыре. Четыре утки пошли. Или уход. Почему сейчас не 10 октября? Да уж. В общем, все, я практически вышел. Я вышел к машине. Все, сейчас жду Илюху. Вот такое вот место, красота. Ну, вот так вот. Не знаю почему. С чем это связано? Наверное, просто со снегопадом вчерашним. Подозреваю, что заяц не жировал, он не ходил, он просто залег. Он залег где-то глубже в лес. Без собаки его оттуда выдавить очень сложно будет. Илюх, конечно, вот где-то вот примерно вот этот березняк, он где-то топчет. Вот там эти поросли все. Но нет, очень мало шансов сейчас что-либо добыть. Вот так вот. Это тоже опыт, очередной для меня опыт. Правильно, нет, русак он вообще в принципе, даже если на следующий день уже можно, когда снег прошел, можно, но сейчас что-то его нету здесь. Может, база кормовая сменилась, может быть, вот действительно молодняк боится такого количества снега еще. Будем еще ходить, но это уже хорошо, сейчас минус, он по крайней мере не тает, это просто красота, ребят. Воздухом дышу, вот любуюсь вот этими, да, вот это вот все, вот. Вот эти все просторы, вот там вот деревенька, все, вот это красотища. Такое там где-то солнышко проклевывает вот через эти тучки, облачка. И тишина, вот там ты идешь, вот просто тишина. Ты один, ты просто наедине с собой идешь. Вот как кустарник, вот такой вот тут замело все, вот это. Вот прям красотища. Вот, в общем, сейчас жду Илюху. И тут недалеко, за мост, туда сейчас за речку съездим. Там тоже, я летом был здесь, засевали тоже там какие, не знаю, что там за культуры. Главное, чтобы не картошка, потому что на картошке, наверное, его не будет. Посмотрим, это там примерно, где я добывал русака того, во враге там близ деревеньки. Ну все, вот так вот. Это будет крайнее как бы место, которое можно проверить. А так тут, конечно, территория. Изучая не хочу. Есть очень много еще мест, куда можно съездить здесь. Они все в планах. Но зима, получается, у нас короткая. То есть, точнее, зима-то, может быть, будет длинной, да? То есть, она там, может, и в марте все это еще будет лежать. А охота у нас короткая. Уже 20... А, высоко с 29-го... Или там даже 28 февраля уже все, закроется охота по опушнине. Ну, ладно, даст бог, хорошо. Бывало, у меня много раз бывало там и какой-то... Нет, прошлый сезон хороший, а вот до этого год вообще ничего по зайцу не было, тоже пустой. Ну, вот так вот у нас здесь. И прессинг, конечно, это никуда не девается. У нас, ребята, Московская область здесь. Это, правда, граница уже с Тульской, но... Все равно прессинг велик, очень много охотников. Ладно, ждем напарника и выдвигаемся. Это будет крайнее место. Немножко так это уже начнет сейчас скоро, ну, не темнеть. Краски меняются. Ну, красота, просто красота. Я обожаю такую зиму. Я не знаю, я думаю, вы тоже. Вот это зима, вот это я понимаю. Что, мужики, дошел я в принципе до того примерно места, вот в тех кустах там овраг я брал зайца, но тут все, тут также все самое, как и везде. Я хочу сейчас посмотреть, что тут, вот это посевные какие-то, может быть, вот так сейчас чесну, обойду, кстати, может и тут лежать, да он здесь, если есть, он где угодно.
И потом, наверное, вообще выйду на дорогу асфальтированную и пойду туда, к Илюхе. Чем тут снега топтать, да, если уже все, что ж, зайца не будет, пойду туда. Сейчас свяжусь с ним. Так. Илюх, прием. Да. Че у тебя там слышно, видно? Следы. Зайчьи следы есть? Ну и все, да. Вот тебе и природа, Илюх. Вот так вот все оно и устроено. Короче, этот не пошел я в твою сторону, я пошел наоборот, в противоположную, в то место, где зайца год назад добыл. Ну, та же самая картина. В общем, пухляк, следа нет, ничего нет, поля тут не засеяны. Чего-то есть, какие-то брустверы, непонятно что. В общем... Иду я сейчас в ракитник такой, прям заросли дикие, хочу там посмотреть. Но это уже ближе к автомобильной этой дороге. Дальше, наверное, на автомобильку выйду и буду возвращаться к машине. Ну и там, может быть, в твою сторону прогуляюсь, посмотрим. Лисих следов много. Я находил лисьи тропы. И сейчас вот смотрю, да, и вот тоже лисий след. Очень много лисицы здесь. Все. Сворачиваем, даже если подымется здесь. Хотя это бывает такое, что они рядом к людям лежат, то тут уже охотиться нельзя. Сейчас выйдем обратно по автомобильной, пройду. Вернусь и там, наверное, навстречу Илюхе пойду. Такая вот, ребят, история, такая охота очередная. И это тоже... Это тоже все охота, это тоже вся эта философия. Причем интересно, ведь заяц тут точно есть. Это вот железобетонно. Но, а я сейчас тут, наверное, сверну, да. Но поднимать его и вообще вот это... А, нет, это я дальше еще. Но тут мусорка, а ну-ка я сейчас вот сюда посмотрю. Вот этот овраг. Вот там вот примерно, вот там зайца я и брал. Вот это их овраг, вот это они любят, но сейчас его тут нет. Может и там где-то лежать. Заходных нету, ничего нет. Такие дела. Потихоньку начинает темнеть, подошла к концу эта охота, моя первая охота вообще в сезоне на зайца, первый снег, первая охота, да, это вот такая охота у нас, к сожалению, сегодня вообще следа никакого, не знаю, с чем связано, возможно, действительно, вчера очень сильно мело, такие завалы снежные, и заяц, он просто испугался, не знаю, лежит где-то в крепи, но, однако, Илюха там какой-то след видел, и даже видел какие-то следы борьбы там лисицы с зайцем, который был, в принципе, ей же и съеден. Но все равно хорошо, напарник увидел след и хорошо. А я просто погулял, полюбовался вот этой красотой, которая сейчас. Потому что уже на следующей неделе у нас обещают опять потепление. Какой-то опять непонятный снег с дождем. Все это будет подтаивать, но снега много, и слава богу. И получается, что вроде бы у нас как бы сезон открылся. И, в принципе... С этого момента будем почаще с вами встречаться. Да, по поводу канала, планы вообще большие. Ребята, у меня есть одна задумка такая, которую я хочу реализовать. Это очень сложный проект. Да, ну как проект, фильм, да? Даже серия, наверное, будет фильмов. Они довольно сложные. И, в принципе, ну это будет очень интересно. Это такая очень сильная аналитическая будет работа проведена. Я уже, в принципе, этим занимаюсь. Так что...
не пропустите, смотрите. Спасибо, что вообще меня смотрите. Извините, что не так часто получается выпускать свои фильмы. Но зато это будет качественно, я вас уверяю. Поэтому смотрите за каналом, следите. Желаю по традиции вам большущей удачи, ребят. Ни пуха вам, ни пера на охоте. Мы еще обязательно поедем с парнями, погоняем с собачкой, с гончей, с зайчиком. И, в принципе, тоже я вам... Будет что интересное, я вам покажу. Я этот фильм тоже показываю. Я вот не сторонник того, что... Ну да, нету трофея, нету выстрела, как бы, и зайцев, в принципе, не видели. Однако, как бы, я не сторонник того, что, вот, знаете, как не выкладывать там. Ну, канал у меня, как вы знаете, не про кровь и мясо, а вот про что, в принципе. А будет трофей, так это еще лучше. Все, ребят, заканчиваю. Еще раз большущая вам удача. Ни пуха вам, ни пера, и пока, увидимся.